Всем привет, друзья! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня у меня понедельник, сегодня 25 октября, и я с большим удовольствием приступаю к съемке нового вязального влога. Что-то мне подсказывает, что это видео будет записано за сегодняшний день, поскольку у меня скопилось просто огромное количество всяких новостей, которые я вам не успела рассказать на прошлой неделе. У меня не было возможности записывать недельный вязальный влог, и все мои новости копились, и вот сегодня я решила, что нужно сесть и все вам рассказать, пока вся эта информация еще актуальна. Значит, с чего я хочу начать? Я хочу начать с готовой работы. Дело в том, что у меня на прошлой неделе появилась одна готовая работа. Это вот такие вот жаккардовые варежки, которые я связала для своего мужа. Они с очень интересной историей, плюс у них такой очень модный, я бы сказала, скандинавский дизайн. Плюс это прекрасный способ пристроить свои остатки пряжи. В субботу у меня на канале вышло видео, где я рассказывала историю создания этой вещи. Также там есть кое-какая полезная информация. Там вы найдете краткое описание, как связать эти варежки. Я даю также инструкции, как связать варежки на любой размер, из любой абсолютно пряжи, она может быть толще или тоньше, чем моя. Также там найдете схему жаккардов, вплоть до закрытия пальчиков. В общем, много всего интересного. И, кстати, друзья, если вдруг сейчас тема вязания варежек для вас не очень актуальна, но вы хотели бы не потерять эту информацию, то сохраняйте это видео себе в подборке. Для этого под роликом нажимайте на кнопочку «Сохранить» и добавляйте, например, в какой-то плейлист с мастер-классами. Или если вы сохраняете много информации, то, например, создайте плейлист с темой варежки или аксессуары и сохраняйте туда информацию. Я знаю, что сейчас на YouTube очень много мастер-классов у девчонок выходит, и я думаю, что если вы будете так сохранять понравившиеся вам изделия, вы точно их не потеряете и легко сможете к ним вернуться, чтобы связать. Вот, значит, вот такая готовая работа у меня случилась. Муж уже требует эти варежки отдать ему в носку, поэтому еще раз вам их покажу. Постараюсь также записать в ближайшее время ролик о готовых работах и, надеюсь, там еще покажу вам новенькую неношенную вещь. Так, кроме этого изделия, которое, кстати, я связала очень быстро, буквально за два вечера я связала эти варежки, я вязала еще один процесс, и да, на сегодняшний день это еще пока процесс, его я покажу вам чуть дальше в этом видео, ну прям детально покажу, сейчас немножко расскажу вам о нем, это свитер. В своем инстаграм я уже, конечно же, мелькала этим процессом в разных ракурсах. И многие девчонки спрашивали, что я вяжу. Так вот, друзья, я вяжу свитер в рамках тестирования описания от американского дизайнера. Девушку зовут Озетта. Меня всегда привлекали ее изделия, которые она создает, и своей цветовой гаммой, и тем, как они сидят на этом дизайнере. В общем, какая-то лаконичность, базовость и универсальность есть в ее изделиях. Поэтому, когда она объявила о тестировании нового описания, я не смогла устоять и подала свою заявку. Сейчас я вяжу свитер, но могу сказать, что пока что я не очень довольна результатом. Это свитер свободного силуэта в технике спущенного японского плеча. Я вяжу его из пряжи Drops Nepal, и у меня есть к этому изделию ряд вопросов. Вот. Меня немного не устраивает посадка, но детально я расскажу вам уже во влоговом формате чуть дальше. В общем, здесь у меня стоит этот свитер, вот в корзинке, и я уже на самом деле отвязала большую его часть, у меня готово тело, готов один рукав, обработана горловина, осталось буквально связать один рукавчик и закончить низ изделия резинкой, вот, но что-то желание делать это у меня пропало. Так, кроме этого процесса, сегодня мне нужно начать еще одно изделие, это будут носочки. У меня есть несколько классных задумок, которыми я, конечно, с вами поделюсь, и уже в эту субботу у меня выйдет четвертое видео в рамках вязальной игры, оно будет итоговым, финальным, там я покажу вам последнюю четвертую вещь, и, кстати, да, в это воскресенье, которое будет в конце недели, будет проходить голосование в Инстаграм, и если вы захотите поддержать меня, то заглядывайте в профиль игры «Вязание на выживание» и можете мои фотографии отметить сердечком, и это увеличит мои шансы на выигрыш в рубрике
презрительских симпатий. Вот. Так что да, друзья, это то, что касалось вязания. Еще есть кое-какие вязальные новости. Во-первых, я получила заказ на лапопейсу. Вот точно такую же, как сегодня одета на мне. Напомню, это тайга силуэта по описанию Тани. Я уже ни одно изделие связала по Таниным описаниям и могу вам искренне порекомендовать этого дизайнера. По крайней мере, на мне все вещи, которые я вязала, отлично сидят, и мне нравятся ее описания. Краткие, лаконичные, понятные. Единственное, они на английском языке. Поэтому, если у вас есть трудности с этим языком, то вы можете попробовать при помощи переводчика справиться, но на самом деле там все очень просто. Так что да, буду вязать еще один свитер, это будет просто вот брат-близнец моей лапопейсы, за небольшими исключениями в виде длины изделия. Ко мне приехала уже пряжица, и сегодня я вам ее, конечно же, покажу. А также, друзья, ко мне приехала еще одна посылочка, она тоже связана с вязанием, но это не пряжа. Эту вещь я заказала довольно давно и с большим нетерпением, скажем так, ее ждала, но почта, знаете, работала как назло очень медленно, и вот буквально недавно я получила этот пакет. Сегодня вместе с вами хочу его распаковать, да, я держала себя в руках и вот несколько дней не распаковывала. Хотела сделать это на камеру вместе с вами. И также, друзья, в конце видео я хочу поделиться с вами одним подарком, который ко мне приехал из теплого солнечного Израиля от прекрасной девушки, которую зовут Маргарита. Она всегда делает мне потрясающие подарки, и не только для меня, но и для Оливии тоже. Часто присылает ей какие-то игрушки или книжки. В общем, этот раз не стал исключением. Мы получили потрясающий подарок, и я хочу кое-какими, скажем так, составляющими этого подарка с вами поделиться, показать вам богатство, которое пополнит мою пряжную коллекцию. Да, в общем, много всего интересного ждет вас в этом видео, как вы понимаете. Скорее всего, я расскажу вам еще что-нибудь между делом, но об этом вы узнаете уже непосредственно из влоговой части. Поэтому сейчас, если вы хотите продолжить просмотр, то, друзья, заваривайте себе чай, кофе, берите, конечно же, вязание, устраивайтесь поудобнее, поскольку мы с вами сейчас будем погружаться в атмосферу моего вязания и уютной осенней Норвегии. Всем приятного просмотра! И предлагаю начать с моего процесса. В общем, это свитер. Вяжу я его из вот таких вот моточков. Это Непал от Drops. Светло-коричневый оттенок. Линейка Mix. Цвет 06-12. И да, по составу это 65% шерсти, 35% шерсти альпака. Спицы рекомендуют номер 5. Я вяжу на спицах 5,5 от бренда Chiagu. Вот, сейчас покажу вам свитерок целиком. Ну что, давайте посмотрим поближе на сам свитер. Я постаралась его разложить, но я сейчас снимаю на обеденном столе. У нас здесь довольно маленькая площадь, и это на самом деле единственное сейчас место в доме, где я могу нормально снимать что-то в формате руки в кадре. У нас не очень хорошая погода, и во всех остальных местах дома довольно темно. А здесь находится большое окно, практически в пол, поэтому света достаточно. И я постаралась разложить свитер, но целиком в кадр он у меня не влез, поэтому буду показывать вам частями. В общем, сейчас вы видите верхнюю часть изделия, горловина уже обработана, вот, собственно говоря, плечи, здесь пройма. И вот на этом моменте у меня пройма заканчивается. Одна пройма у меня не обработана, она, конечно, немножко закручивается, но это только до стирки, до отпаривания, поскольку вяжу я из шерсти. Из второй проймы у меня уже вывязан рукав. Вот так это выглядит. На самом деле, довольно аккуратно я подняла петельки из проймы, и выглядит это достойно, я бы сказала. Сам рукав по описанию задуман довольно широким,
таким, знаете, расслабленным. Плюс изюминка в том, что здесь вяжется очень длинный, очень широкий манжет. Он обрабатывается резинкой 1 на 1, и я на самом деле отвязала еще не всю длину резинки. Мне нужно, наверное, было бы вот этот моточек до конца извязать и закрыть петли иглой. И всего бы на рукав у меня ушло 2 мотка. Но я не удержалась и примерилась. Знаете, я, наверное, не буду его довязывать. Сейчас расскажу вам почему. Значит, прежде чем объяснять что-то, я покажу вам еще длину изделия. Так. Вот. Это тело, которое я отвязала. У меня от проймы отвязано, наверное, сантиметров 27, около того. Вообще по описанию нужно отвязать 24 сантиметра и переходить уже к вязанию резинки. Причем резинка по переду и по спинке вяжется отдельными деталями для того, чтобы сформировать разрезы, и резинка тоже довольно широкая. Но я хотела более удлиненную версию этого свитера, поэтому решила, что немножечко больше провяжу лицевой глади и потом уже буду вязать резинку. И именно по этой причине я начала с вязания рукавов. Но, скорее всего, я довязывать не буду. Первые вопросы к посадке свитера у меня возникли, когда я начала обрабатывать горловину, поскольку здесь я увидела вот такие вот моменты, такие вот складки. Конечно, у меня закрадывались некоторые сомнения, когда я вязала само спущенное плечо в японском стиле. Это когда линия плечевого шва у нас уведена на спинку под углом. Вот. И для того, чтобы обозначить эту линию плеча, дизайнер задумала выполнить вот такую вот косичку. Она формируется за счет прибавления петель в каждом ряду. Вот. Но этот шов очень жесткий. Вот посмотрите для примера, как тянется полотно. Да, вы видите, оно пластичное с этой стороны, и с этой стороны оно пластичное. А сам шов, он безумно жесткий. И он, конечно, держит эту конструкцию, но за счет того, что он слишком стягивает, здесь образуются вот такие вот волны. Вот, то есть это все очень так юбкой расходится. Но это даже не самая основная проблема. Проблема в том, что это не очень удобно сидит. Плюс, как я понимаю, здесь либо нет ростка, либо он минимальный, и горловина прям под самое горло. Это неудобно. В общем, я когда примерила, я прям, знаете, расстроилась, потому что я ожидала, что свитер сядет очень классно, но, во-первых, он короткий, то есть я его примерила как раз на том этапе, ну, как вот у меня сейчас отвязан, вы видите, да, что он на довольно длинной леске, у меня здесь все одето, и вот я это все дело примеряла и поняла, что, во-первых, это слишком коротко, во-вторых, это слишком меня душит, и это ужасно неудобно сидит за счет вот этой стянутости линии плечевого шва. Поэтому я не знаю, скорее всего, я это дело распущу и буду вязать такой же точно свитер, но уже не по описанию, а немножечко изменю конструкцию и буду вязать другой свитер. Либо вообще свяжу какую-то другую модель. Дело в том, что я хотела получить базовый, знаете, такой простой универсальный свитер на зиму, без каких-либо, не знаю, дизайнерских тут украшательств. Такой, который просто одел с джинсами, длинный, теплый и побежал, да, куда-то по своим делам. Но, увы, у меня история с кардиганом повторяется, да. Вы помните историю с кардиганом? Я рассчитывала получить классную теплую вещь. В итоге кардиган сидит плохо, и такая же участь постигла этот свитер. В общем, я немножечко разочарована, расстроена, поскольку вязала я его из новой пряжи. Очень красивая, как вы видите, пушистенькой, и теперь мне придется это все распустить и вязать уже из распущенных мотков, а это не так приятно, я думаю, вы согласитесь со мной. Так что да, но в любом случае я считаю, что лучше 20 раз перевязать, чем связать вещь и положить ее в шкаф. Вот, поэтому я обязательно буду перевязывать, что у меня получается, я, конечно же, друзья, расскажу вам уже в следующих видео. Вот, а сегодня вот такой у меня результат. И да, друзья, еще буквально пару слов по поводу расхода пряжи. Напомню, что всего я покупала на этот свитер 15 моточков, у меня сейчас осталось 5, и на рукав уходит в районе 2 мотков, то есть еще примерно 3 мотка я могу связать в тело. Я не уверена, что с данной шириной изделия мне хватит на ту длину, которую я себе запланировала, поэтому я еще, конечно, буду думать, и, возможно, я поменяю немножечко
дизайн изделия. В общем, как уже говорила, обо всех деталях расскажу вам в следующих вязальных влогах. А пока у меня вот такие вот неутешительные новости. И давайте, друзья, теперь немножечко приятным распакуем с вами посылку с пряжей, которая ко мне приехала. Напомню, что это пряжа для вязания новой лапопейсы, которую я буду вязать на заказ из пряжи Каризма от бренда Drops. Всегда всю пряжу от бренда Drops я стараюсь заказывать на этом сайте. Там продается не только Drops, но и пряжа от бренда Viking. И да, это норвежский сайт, поэтому если вы живете не в Норвегии, то эта информация вряд ли вам будет полезна и актуальна. Но в любом случае меня часто спрашивают, где именно я заказываю дропс. Друзья, в основном всегда на этом сайте. Мне нравится, что там часто бывают скидки на дропс, плюс быстрая доставка, и она всегда в коробках, плюс мне посылочки приходят прямо под дверь, мне не всегда нужно идти за ними на почту. Конечно, бывают исключения, но довольно редко. Так что я сейчас пойду возьму ножницы, и мы с вами займемся распаковкой. Та-дам! Ну что, друзья, давайте посмотрим на мои богатства поближе. Наверное, в последнее время эта пряжа довольно часто мелькает в моих видео, но что поделать, я очень часто из нее вяжу в последнее время, и очень много получаю от вас вопросов по поводу Каризмы, нравится она мне или нет, подходит она для изделий плечевых или не подходит. Сейчас хочу просто поделиться своим мнением, и надеюсь, вы правильно меня поймете. Я ни в коем случае не сотрудничаю с Дропсом, я не получаю никаких выгод от этого магазина. Всю пряжу я покупаю сама, и хочу сказать, что вы должны понимать, что Каризма — это 100% овечья шерсть. Она не меринос, она не кашемир, это именно овечья шерсть. И она обладает некой колкостью. Я бы сказала, что она слегка как будто бы скребет кожу, тем самым ее согревая. То есть она однозначно не подойдет для каких-то плечевых изделий, предназначенных для носки в помещении. То есть это не кашемировая кофточка, которая подойдет для офисной работы или для каких-то праздничных случаев. Эта пряжа прекрасно подходит для, скажем так, изделий, которые будут носиться в зимнее время. Кардиганы, лапопейсы, какие-то теплые зимние свитера, которые вы будете использовать в качестве верхнего слоя. Либо это могут быть аксессуары, шапки, манишки, варежки. Вот. На улице эта пряжа будет прекрасно вас согревать в холодные дни, но эти вещи можно легко и быстро снять, если вы заходите в помещение, и эта легкая колкость шерсти, которая будет присутствовать в любом случае, она не будет вас напрягать. Если вы правильно постираете эту пряжу, она станет, конечно, помягче, чем до стирки, поскольку до ВТО Каризма может выглядеть не совсем идеально в полотне, может присутствовать некоторая жесткость полотна, но после правильной стирки с ополаскивателем полотно становится мягким, струящимся, очень пластичным. Я уже говорила вам о своих любимых оттенках. Один из них — это вот этот потрясающий шоколадный коричневый, номер 56. И я буду вязать из этой пряжи лапопейсу. Вот именно такую, которая сегодня на мне. Вот. Я буду сочетать два оттенка, 56 и 55. Обе эти пряжи довольно толстенькие, и их довольно комфортно вязать на спицах номер 4,5 и 5. Вот. Не все оттенки, как я уже говорила, могут этим похвастаться. Давайте покажу вам этикетку, если вдруг вы еще не видели состав и метраж пряжи. 100% шерсть на 50 грамм, здесь 100 метров. Вот. Так что у меня целый ящик этих богатств, и буду приступать в ближайшее время к вязанию свитера. Также, друзья, я заказала еще несколько моточков хорошо знакомой вам пряжи. Это Drop Snow в красивом бежевом цвете. Я недавно связала для себя шапку резинкой 1х1, шапка как у Максмара, и у меня на канале вышел мастер-класс по вязанию этого изделия. У меня остался один моточек пряжи в бежевом цвете, и я решила еще докупить два моточка. Единственное, пряжа уже претерпела такой небольшой ребрендинг, и теперь она называется Snow, но у меня изначально были моточки пряжи Eskimo. Вот, такой красивый бежевый цвет, это номер 48. Да. Как я уже говорила, по составу это 100% шерсть ровничного типа, и на 50 грамм здесь 50 метров. Вот, покажу вам информацию о пряже. И как вы понимаете, я планирую эти моточки пустить на вязание шапки. Я активно готовлюсь сейчас к маркету, он у нас будет проходить в конце ноября, и я хочу связать шапки в самых таких ходовых цветах,
По своей шапке я поняла, что она довольно удачная, и, возможно, шапка в бежевом цвете тоже кого-то привлечет. Вот, так что была скидка на эту пряжу, и я взяла два моточка для того, чтобы извязать их в шапку. Кстати, на шапку ходит три мотка пряжи. У меня один есть, и вот два моточка прибыли. Так что, да, друзья, вот такие вот у меня покупочки, и я вам о них рассказала. И давайте мы продолжим с вами тему распаковки. Сейчас в кадре вы можете видеть пакет, который приехал ко мне издалека. Заказывала я эту приятную вещь для вязания у катера. Я думаю, многие из вас уже догадались, что это. На самом деле, это уже не первый такой аксессуар, который я заказываю у Кати. И хочу сказать, что это очень-очень удобная вещь. Так что давайте сейчас откроем. И я покажу вам поближе, что там. Друзья, вы только посмотрите, как красиво все упаковано. В общем, друзья, как вы поняли, я большой любитель очень жизнерадостных расцветок. И вот такую вот красивую проектную сумку я заказала у Кати в этот раз. Мне очень нравится их качество. Они такие плотненькие. И здесь яркая такая молния. И очень красивый яркий подклад. Вот. В общем, мне тут пришлось немножко прерваться. Позвонил муж. Но я к вам возвращаюсь и хочу показать поближе проектную сумку от катера. В общем, сумка — это произведение искусства на самом деле. Идеально ровные строчки. Нет никаких торчащих ниток. Потрясающие расцветки и качество сумки. Вы видите, что даже пустая, она прекрасно стоит на полу. Если положить туда какой-то вязальный проект, даже если вы едете в машине и, например, сидите вяжете, ничего у вас никуда не убежит. Вот. У меня уже есть одна сумочка, она с туканами и пальмами. Я тоже ее очень люблю, но, как показала практика, одной проектной сумки мне мало, поэтому я решила пополнить свою коллекцию еще одним экземпляром. Тоже выбрала яркую расцветку, почему-то в преддверии полярной ночи мне хочется именно ярких красок. И всегда я, кстати, выбираю светлый подклад, хотя у Кати довольно большой выбор именно подкладочной ткани и ткани на основную сторону проектной сумки. Просто на светлом фоне всегда легко найти какие-то мелочи. Вот. А я обычно не использую, знаете, колечко, я просто все бросаю в саму сумку и потом долго ищу, но именно светлый подклад позволяет быстро и легко все найти. Так что вот такая вот красота ко мне приехала. И теперь, на самом деле, я с большим нетерпением жду, когда Катя начнет отшивать чехлы для спиц. У меня, на самом деле, очень много инструментов, которые не имеют постоянного места жительства, и им нужен домик. Поэтому, Катя, если ты будешь смотреть мое видео, знай, что я с большим нетерпением жду, когда же в продаже появятся чехлы, чтобы пополнить свою коллекцию такими качественными органайзерами. Вот. Так что, друзья, вот такая красота ко мне приехала. И я думаю, эту сумочку вы еще неоднократно увидите в моих следующих вязальных влогах. Да. В общем, друзья, я решила устроить себе небольшую кофе-паузу, выйти на террасу, и пока у нас снова не начал идти дождь, насладиться этой красотой и, конечно же, поделиться ею с вами. И, кстати, друзья, еще хотела сказать, что сейчас я допью свой кофеек и, скорее всего, пойду выбирать пряжу для новых носочков, которые буду начинать в рамках вязальной игры. Так что я к вам еще подключусь и, конечно же, покажу, что я там выбрала. Ну что, друзья, и снова здравствуйте. Как оказывается, пить кофе на свежем воздухе довольно полезное занятие, и таким образом можно вылечиться от склероза. Поскольку пока я наслаждалась своим кофе, я вспомнила о том, что у меня же есть еще один процесс,
и он находится в машине, поэтому я пошла, покопалась и нашла там свою проектную сумку. Кстати, это проектная сумка номер один от Катера. Этой сумочке уже, кстати, почти год, я ни разу ее не стирала, и вот она в прекраснейшем состоянии. Здесь у меня лежит, та-дам, шапка. Шапка, которую я обещала вам показать уже в виде готовой работы, но я благополучно о ней забыла, поэтому до сих пор ее не довязала. Вот так выглядит шапочка на данный момент. И здесь работы на самом деле часа на полтора. Ну, это максимум. Если сесть и нормально повязать, у меня остался вот моточек и еще чуть-чуть. Вот это все дело мне нужно извязать, и шапка будет готова. Так что я думаю, что сегодня я займусь вязанием этого процесса. А если вы захотите связать теплую шапочку на зимние ветра и холода для своих родных и близких, то ссылку на мастер-класс вы найдете как вот здесь, в верхнем углу в виде подсказки, так и внизу в инфобоксе будет ссылочка. Эта шапка вяжется резинкой 1 на 1 с вытянутой лицевой петлей и подворотом. Подворот у шапки довольно высокий. За счет этого уши находятся прямо в тепле, и никакие даже самые лютые ветра вам будут не страшны. Вот, я свою бежевую шапку обожаю, а эту вяжу на продажу. Так что, друзья, вот еще один мой процесс. Теперь точно все свои процессы и вязальные новости я вам осветила. И, конечно же, друзья, я хочу поделиться с вами небольшой частичкой подарка, который я получила из Израиля от прекрасной девушки по имени Маргарита. Меня всегда удивляло, что люди, которые лично со мной не встречались, способны на такую доброту и щедрость по отношению ко мне. Мне всегда это очень приятно, и я еще раз, Маргарита, хочу вас поблагодарить. Сейчас, друзья, вы в кадре видите только небольшую часть подарочка, это именно его вязальная часть. На самом деле там еще была потрясающая израильская косметика, очень дорогая, которой я пользуюсь с большим удовольствием. Вкусный ароматный чай, который я завариваю себе вечерами, и также подарки для Оливии. В общем, Оливия очень счастлива и с этой книгой не разлучается. Вот, конечно же, посылки были и моточки пряжи. Я никогда раньше не работала с этой пряжей и не знаю, чего от нее ожидать, но тактильно она мне очень нравится. Это гладкий меринос. Как написала Маргарита, это пряжа китайского производства. По составу это 100% шерсть мериносовая. И на 50 грамм здесь 128 метров. То есть у пряжи довольно такой ходовой метраж. И я думаю, из этой пряжи получатся потрясающие детские аксессуары. Вот. Их можно, я имею в виду оттенки, между собой скомбинировать, так и связать соло. У меня по 4 моточка каждого цвета. Я, к сожалению, не знаю, что из этой информации является цветом, а что является партией. Как я уже говорила, я никогда не встречалась с этой пряжей, и у меня это будет новинка в моей коллекции. Вот. Надеюсь, что в ближайшее время я найду достойное изделие, которое смогу воплотить из этих красивых моточков. Кстати, друзья, если вдруг вы вязали из этой пряжи и у вас есть опыт, которым вы хотели бы поделиться, то я буду его очень рада прочитать в комментариях. Вот. Но еще раз повторюсь, пряжа невероятно мягкая, и по скрутке она похожа на обычный меринос, такой, как производит Drops или Lanagata. Так что, да, буду пробовать такую красоту. Еще поближе покажу вам цвета. Вот. Сейчас, друзья, иду в магазин и хотела показать, как у нас выглядит день в самом своем разгаре. Сейчас примерно полдень, и вы видите, как у нас сумрачно.
Всем привет, друзья! Ну что, сегодня у меня уже вторник, и я думаю, что сейчас будет финальное включение для данного влога. Покажу вам, чем я занималась вчера. Я пообещала, что подберу пряжу, начну вязать носочки и покажу вам, что же я начала, но поверьте, меня так увлек жаккард, что я просто-напросто забыла к вам подключиться. Вот. Так что сегодня буду исправляться и покажу, что же я решила вязать. На самом деле с этим процессом у меня не все гладко, не все так, как мне хотелось бы. Значит, я выбрала вот такой вот красивый жаккардовый узор и начала вязать носки. Это, кстати, описание с сайта Навита. Рекомендую для резинки использовать спицы 3 мм, для узора 3,5. Я, собственно говоря, все рекомендации выполнила, но носок получается маленьким. Хотя маленьким он не выглядит. Я вообще, когда вязала жаккард, у меня даже мысли не было, что этот носок может как-то проблемно налезать на ногу. Выглядел он довольно внушительно. Но я дошла до пятки, решила примерить, и каким же был у меня шок, когда моя нога прям со скрипом влазила в этот маленький пагалинок. Вот, пряжа не растягивается практически, и за счет этого одевание носка абсолютно некомфортное. Поэтому я приняла очень непростое решение, я буду этот носок распускать, и я, скорее всего, буду вязать носки с элементами жаккарда, но именно с элементами, то есть резинка у носка будет обычная, на пагалинке я пущу какой-то блок жаккарда, возможно, еще по стопе сделаю тоже небольшой блок жаккарда, чтобы это как-то перекликалось, но вот большую часть носка, а именно пятку, подъем, я буду вязать просто лицевой гладью для того, чтобы у меня нога комфортно проходила. Вот. Так что, да, у меня тоже случаются неудачи, как вы можете заметить. Жаккард, конечно, очень красивый, он мне нравится, и сочетание цветов, мне кажется, тоже максимально удачным. Так что возьму это обязательно на вооружение, но носочки отправляются в перевяз. Вот, друзья, так что такие были мои новости. И на этом я, скорее всего, буду заканчивать свой влог. Хотела сказать вам огромное спасибо за ваше время, за ваше внимание, за то, что вы досмотрели это видео до конца. Я очень рада была для вас снимать. Надеюсь, на этой неделе у меня тоже будет интересная, насыщенная вязальная жизнь. И я обязательно поделюсь ею с вами в следующем видео. На этом я буду заканчивать. Как всегда, не прощаюсь с вами надолго. Говорю вам до новых встреч. Мы увидимся уже очень скоро в следующем видео. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока!